Всем доброе время суток. Сегодня мы на таком канале произвели выстрел, и что-то у нас есть. Сейчас попробуем его вытащить. Что-то дергается у нас небольшое, но все равно приятно. Катушечка уже. Опа. О, ребята, мы сейчас с вами такое не стреляли. Это у нас Angel Fish. Смотри, какая красавица. Он сам плоский. И смотрите, как мы его попали. Прошли, да? Моя катушка уже развалилась. Я один раз пробовал с ней поплавать, понырять и пострелять в океане. И что теперь? Теперь приходится новую, наверное, катушечку купить. А так, смотри, какая рыбёха. Это Angel Fish. И вот на таком канале мы можем пострелять. Тут залить недалеко. И они тут плавают. Так что рыбалка продолжается. Сегодня пасмурно. Я видел еще кефаль. Может, кефаль еще постреляем. Водичка здесь чистая в заливе. В канале. Здесь выхода уже больше нету. Там через дорогу у нас это большой залив. А здесь она собирается. Ну что, рыбёха, пошли на сковородочку. Все, ребята, подписывайтесь и наслаждайтесь вместе с нами. Чем хороша эта еще рыбалка, видишь? Не пробили до конца мы эту. Там можно сразу открутить стрелу и поменять на другую. Как раз дождик уже пошел у нас даже во Флориде. Но мы этому рады. Ну, хотя она вытаскивается. Вытаскивается. Смотрите, сегодня у нас какая рыбёха. Дождик пошел, но водичка здесь почему-то чистая. Так что можно еще пострелять, ребята. Чем во Флориде у нас и хорошо, зимой самая шикарная у нас погодка. Прохладный дождик. Благодать. Попробуем дождик пострелять. Главное, чтобы сильно тучки не закрыли солнышко, чтобы более-менее можно было бы еще видеть водичку, какая она. И все классно. Чем еще здесь хорошо? Вон кокосы плавают. Можно в них пострелять, потренироваться. Но все равно здесь рыба на глубине стоит. Надо все-таки бутылку опускать, по бутылке тренироваться, потому что преломление идет воды и не так сильно попадаешь, как хотелось бы. Наверху не проблема, можно попасть, когда она поверху. А вот все-таки, когда она под водой, рыба, преломление идет и тяжело. Тем более ты не с одной стороны стоишь, ты бывает ходит и рыба ходит. И не всегда ты попадаешь. Не который даже месту, который ты привык уже стрелять, преломлению, не всегда на том место ты выходишь. Она движется, ты движешься. Разные наклонности. Но ничего, оно, я думаю, смотрю, приходит с чем? С практикой, когда ты тренируешься больше, оно больше уже автоматически у нас получается стрелять. Водичка чистенькая. Мы один раз здесь даже ныряли. Фридайвинг делали. Здесь недалеко Мексиканский залив. И тут рыбёха заходит. Все, ребята, не болейте. Потренируемся на кокосах. Пока рыба у нас на глубине. Время есть. Будем тренироваться на кокосах. Не забываем отщелкивать и... Оу! И первый удар, и мы порвали резиночку. Вот и потренировались. Пойдем менять резинку.